Доброго вечора. Вітаємо вас на соціальному освітньому проєкті «Школа IT-професіоналів Profit» при Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського ХАІ. Сьогодні ми будемо говорити про тестування, точніше, хто такий QA-інженір. І поговоримо з Олегом Заліпським, QA-engineering lead в Itomic Studio. Привіт, Олег, і дуже дякую, що знайшов час поділитися своїм досвідом. Власне, ви можете задавати свої питання у коментарях до цієї трансляції, і я їх озвучу наприкінці лекції, і більше не буду затримувати час. Олег, тобі слово. Всем привет. С вашего позволения я перейду на русский. Мне так немножко комфортнее презентация на русском языке. Поэтому предлагаю долго не тянуть и начинать с начала. Сегодня я вам расскажу, как уже сказал наш вступающий, что кто такой QA-инженер и почему ловить жуков, так называемые баги, это круто. Свою лекцию я построил по вот такому плану. Это скорее будут ответы на самые базовые вопросы. Кто такой QA, что я буду делать, что мне понравится, не понравится, с чего начать и, собственно, куда дальше двигаться в этом плане развития. Но для начала немножко расскажу о себе. Меня зовут Олег, я senior QA, automation QA инженер в Itomic Studio, tech lead. В этой студии больше 2 лет работаю здесь, занимаюсь менторством людей, ну и люблю крутые свитшоты с бендером, как на фотографии. Вот это еще я люблю кушать, как вы видите тоже по этой фотке. Окей, давайте пару слов расскажу, кто такой QA-инженер для начала. Но для того, чтобы понимать, кто такой QA-инженер, наверное, в общих чертах надо рассказать про IT. Информационные технологии, QA – это одна из максимально развивающихся нынче сфер нашей жизни, которая входит вот прям вообще во все наши части, начиная от кулеров с водой и заканчивая ракетами, которые летают в космос. Все это программируется, и везде нужны люди, которые работают с этими штуками в совершенно разных понятиях. И программировать – это одна часть, но также нужно быть ответственным за качество этого всего, и для этого нам нужны QA-инженеры, которые занимаются тестированием. QA в переводе – это Quality Assurance Engineer, специалист по обеспечению качества, деятельность которого направлена на улучшение процесса разработки ПО, предотвращение дефектов и выявление ошибок в работе продукта. Это является стандартным обозначением, так сказать, энциклопедическим обозначением. По факту же QA-инженер – это человек, который ответственен не просто за качество, и это человек, который занимается постановкой всего процесса для улучшения качества на продукте. То есть не просто тестированием, об этом я расскажу немножко дальше, а и полным, то есть если ты видишь QA-инженер, если он видит ошибки в процессе, например, которые позволят улучшить качество, это тоже ответственность QA-инженера. Прописание многих процессов разработки по workflow работы и так далее – это все quality assurance. Quality assurance определенно есть задачи и обязанности, и, как я уже сказал, основная задача – это обеспечение качества. И QA-инженер фокусируется на процессах, как я уже говорил, улучшает их и предотвращает появление дефектов и проблем. Мне вот очень нравится фраза, которая говорит, что чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Это очень четко описывает работу QA-инженера, потому что вот основная наша задача – это все-таки построить процесс так, чтобы дефектов не было, а не просто их находить и убирать. И да, make sure we are doing the right things in the right way, что мы делаем правильные вещи и идем по правильному пути. Но весь процесс обеспечения качества состоит из нескольких этапов, то есть это проверка требований продукта, оценка их рисков, планирование идей по улучшению качества и планирование тестирования. Потом идет анализ, конечно, результатов. Теперь давай про каждую часть немножко более детально. Проверка требований продукта.
Проверка требований к продукту – основная, одна из основных частей тестирования, потому что, согласно самой базовой диаграмме тестирования, нахождение ошибок на самом раннем этапе позволяет сократить их стоимость, их исправления в следующих итерациях. То есть, если мы найдем ошибку в продукте до того, когда она была имплементирована, это уже снизит стоимость исправления этой ошибки. Также мы занимаемся оценкой рисков. Только QA-инженер может четко понимать, какие риски есть у нас и какие, и давать, так сказать, финальный estimate на релиз, то есть оценку, когда мы можем зарелизить и когда мы можем отправить продукт в продакшн. Вот. Также планирование идеи по улучшению качества. Ну, тут вроде как все просто. Есть идеи, ты их планируешь, имплементируешь, показываешь, если они работают, окей, мы их запускаем. Планируем тестирование, тестируем и проводим анализ его результатов. Анализ результатов – это довольно тоже интересная тема. Основываясь на нем, мы можем находить самые проблемные места и в следующий раз стараться предотвратить эти ошибки до стадии анализа. То есть, вот. Согласно базовым понятиям, есть такие понятия, как тестировщик, то есть тестер. Это человек, который проверяет готовый продукт на наличие ошибок или багов, а также на несоответствие требованиям и документирует дефекты. Это один из самых первых кирпичиков, которые входят в quality assurance. Помимо тестировщика, так называемого тестера, monkey тестера тоже в том числе, чуть-чуть шире понятие есть quality control. Quality control, как вы видите, тестирование в тестер входит в quality control инженера. Это контроль качества. Это люди, которые помимо прохождения умеют анализировать результаты и отвечают за эти ошибки, собственно, и за недопущение их в будущем. И оба этих понятия включают в себя, собственно, quality assurance, то есть инженер по поддержке качества, по обеспечению качества. Окей, давайте поговорим по поводу, что же я все-таки буду делать. Типичный рабочий день. Написание тест-кейсов, тестирование, документирование ошибок в зависимости от фазы проекта. Тут надо немножко понимать, что написание тест-кейсов, тестирование, документирование – это стадии, которые идут друг за другом. Сначала quality assurance инженер обязательно пишет тестовую документацию, по которой, соответственно, тестируют, и все ошибки должны быть задокументированы. Это основная часть работы, к сожалению или к счастью, кому как нравится, но так уж построен путь. Помимо этого, есть проверка баг-трекинговых систем, в том числе баги, которые исправляются разработчиками, должны быть переведены в тестирование, и их нужно перепроверить. После этого обычно бывают стендап-митинги. Ну, я так скажу, это не обязательно идет шаг за шагом. Стендап-митинги могут быть и утром. Стендап-митинги – это разговоры, планирование, это созвоны с командой, на которой каждый из участников доносит, рассказывает свой статус, чем занимался, как занимался, какие у него есть проблемы и как, что он планирует делать. То есть это вот такое мини-созвоны с командой вашей на проекте. Потом вы занимаетесь изучением требований, уточнением их и, собственно, опять написанием тестовой документации, тест-кейсов согласно этим требованиям. Общаетесь с разработчиком и опять оформляете тестовую документацию. Да, как вы поняли, тестовой документации очень много будет, и писать ее придется. Так, что же, собственно говоря, крутого в работе quality assurance инженера? Я, на самом деле, немного думал, а потом еще много думал, что же, собственно, классного в том, чем мы занимаемся. И я решил просто поспрашивать ребят. Теперь вы можете увидеть просто их цитаты, почему я стал QA-инженером. Людям нравится реализовывать свой перфекционизм. Это профессия, которая требует постоянного применения аналитики, она не дает расслабиться. Люди, которые хотят войти, но не хотят быть программистом. Скажем так, QA – это такое состояние души, наверное, что ли, когда
от себя скажу, что почему я, собственно, пошел в QA, потому что я люблю вот разбираться в чем-то не своем, скажем так. Программировать — это тоже круто, я тоже люблю, и, как вы помните, я занимаюсь автотестами, не пишу код, но все-таки искать какие-то проблемы, искать сложные компоненты, пытаться их как-то найти, сложить всю картинку и знать весь продукт — это очень интересно. Наверное, в некотором роде даже интереснее, чем писать код. Но если есть что-то хорошее, то, наверное, есть и что-то плохое во всей этой ситуации. Ну, тут все тоже не так просто. В первую очередь, это много монотонной и рутинной работы. Как я уже говорил ранее, день QA-инженера, наверное, на 80% состоит из того, что мы пишем тестовую документацию, либо процессную документацию, либо какую-либо вообще документацию. Это монотонно, это рутинно, это не всем подходит абсолютно, требует определенной усидчивости и внимательности, потому что всегда есть желание просто не делать какую-то монотонную работу и просто забить на нее, скажем так, и проставить галочки, что да, я все это сделал, ну как бы да, это всегда работало, что бы оно поломалось сейчас. Но нет, к сожалению, ее приходится делать. Сидеть, проходить шаг за шагом, каждый раз одно и то же. Следующим негативным фактором, наверное, это есть большая ответственность. Потому что тут надо чуть-чуть более детально остановиться. По процессу разработки ПО Quality Assurance Engineer, либо тестировщик, является последним звеном, которое отвечает за релиз. То есть в случае, если что-то пойдет не так, это будет всегда ваша ответственность. Всегда. То есть это надо не бояться, это нужно принять это и просто, скажем так, жить с этим. Никто ни на кого собак не спускает, но есть какое-то определенное психологическое давление вот, постоянное, что вот если я что-то пропущу, это будет, в этом буду виноват я. Ко мне придут и спросят, и к этому надо быть готовыми, потому что тогда, скорее всего, к вам придут и спросят. Но по поводу этого есть, если вы уже помните, что тестировщики пишут очень много тестовой документации, поэтому это помогает нам немножко быть готовыми к ответам на такие вопросы и обезопасить себя через документацию, через баг-трекинговые системы, через коммуникацию с разработчиками, стендап-митинги и так далее. Это помогает немножко, вот, ну, как бы, в случае, если к вам придут с вопросами, объяснить, почему это произошло так. И что сделать, чтобы не произошло. Ну и самое, наверное, плохое, это маме практически невозможно объяснить, почему вы целый день за компом сидите и вроде как ничего не делаете. Просто что-то пишете. Но вы все-таки делаете. Окей. Так, значит, если вам, в принципе, до сегодняшнего, если вы дослушали до сюда, значит, вам все понравилось. И вам, наверное, интересно услышать, что же делать дальше. Есть несколько путей. Это коммерческие курсы, самостоятельно учиться, найти личного ментора и иметь курсы при компаниях. Сейчас я дальше расскажу про каждый из этих моментов, как лучше обучаться, и каждый сможет выбрать что-нибудь для себя. Коммерческие курсы. У них есть определенные плюсы. Это правильная подача материала. Всегда есть ментор, который сможет контролировать ваше обучение. Вы сможете наладить какой-никакой нетворкинг, как минимум с преподавателем, с группой, в которой вы будете работать. Зачастую эти курсы помогают в трудоустройстве, но не гарантируют его. Но помощь на первых этапах – это очень важно, потому что зачастую, когда вы заканчиваете курсы, первая мысль будет – а что делать дальше? Ну вот у меня есть какой-то сертификат, а куда дальше? Куда идти? Кому я нужен? Вот, поэтому первая помощь, хотя бы пройти первое собеседование, попасть в первые компании, получить первое тестовое задание – это очень важно. Ну и материал всегда будет структурированный и подан правильно. Но там, где есть плюсы, там всегда есть определенные минусы. Коммерческие курсы всегда стоят денег. Вы никогда не знаете квалификацию преподавателя, на которого вы можете попасть.
То есть надо понимать, что коммерческий курс – это в первую очередь бизнес. Это люди, которые зарабатывают деньги, и их, они не очень заинтересованы, чтобы научить вас чему-то правильно. Они заинтересованы, чтобы вы пришли на эти курсы. Не все курсы плохие, далеко не все. Есть очень много хороших, но все равно, как бы, да, есть такая вероятность попасть на некомпетентного преподавателя. Также ни курсы трудоустройства не гарантируют. Как бы вы... Есть сейчас очень популярная реклама, особенно где-то в метро висит, типа трудоустройство гарантировано. Нет, они, никто из них не гарантирует вам никакого трудоустройства. Они гарантируют подачу ваших документов, помощь. Они сотрудничают с какими-то, возможно, компаниями, которые придут и посмотрят вас. И надо внимательно читать договор, но в целом никто вам не гарантирует, что вас куда-то возьмут на работу. Потом на этих курсах зачастую дается только базовая информация. Материал настолько базовый, что его просто недостаточно, чтобы устроиться потом на работу по окончании этих коммерческих курсов. У вас будет, но из хорошего, как бы, будет родмапа. Вы будете знать, что вам надо учить, как учить, что вы уже знаете и куда двигаться дальше, но этого будет просто знаний, которые вы получите на курсах, будет недостаточно. Это самый минимальный минимум, который может только быть, и нужно продолжать учиться и развивать свои скиллы технические. Ну и, конечно, отсутствие поддержки после окончания. Вы курс закончили, вам провели какие-то тестовые собеседования, либо собеседования в настоящих компаниях, и все. Ну, как бы вы дальше сами по себе. Никто вам ничего больше не должен, все выполнили свои условия договора. Окей, самостоятельное обучение. Ну, самым очевидным плюсом самостоятельного обучения – это бесплатно. Это круто, что вы сейчас, слава богу, в эру интернета, у вас есть неограниченное просто количество ресурсов, вы можете искать, смотреть, все это в свободном доступе, вообще никаких проблем. Ты сам можешь выбрать время, объем, можешь контролировать, сколько, когда ты можешь учить, можешь сам контролировать программу, можешь контролировать временные рамки. Ну, то есть, как бы ты полностью под контролем. Всегда, ну, сам контролируешь свою ситуацию. Ты можешь проходить один курс хоть год, хоть 3 года, хоть за 2 недели. Все зависит от твоей необходимости, и ты ни к чему абсолютно не привязан. Но есть и негативные стороны. Ты не знаешь, что ты будешь учить. То есть это будет просто тыканье вслепую зачастую. Вы вряд ли найдете где-то какую-то дорожную карту четкую, которая будет расписана вот в понедельник тебе надо выучить это, во вторник это, в среду это, с правильными ссылками, с правильными, скажем так, видео и направлениями. Вы никогда не узнаете фидбэк про свою работу, только если не будете его просить где-то на специализированных форумах, либо сайтах, либо у знакомых. Ну, как бы вы никогда не узнаете, правильно ли ты делаешь. Ты вроде бы делаешь, а сколько это правильно, ну, непонятно. Также нужна самодисциплина. Без самодисциплины самообучение вообще не работает никак. Просто кучу людей, и я в том числе бесконечно знаю целую кучу разных бесплатных курсов, к которым я просто потом не возвращаюсь никогда, и на этом все заканчивается. Поэтому, да, самодисциплина – это самый важный момент в обучении. Ну и негативная сторона – это, конечно, отсутствие профессиональной коммуникации. У вас не будет ментора, у вас не будет преподавателя, у вас не будет одногруппников, к которым вы можете прийти и посоветоваться, спросить, просто пообщаться на какую-то интересующую у вас профессиональную тему. То есть нетворкинга не будет. Вы будете вариться сами себе в своем казане, так скажем. Есть личный ментор. Вот с личным ментором все не так однозначно. Эта практика на сегодняшний день не очень популярна в Украине, но, тем не менее, активно начинает разрабатываться. Как я вижу, ребята все чаще на LinkedIn предлагают менторство либо за деньги, либо бесплатно по-разному, либо помогают где-нибудь на... Авторы каких-то курсов YouTube предлагают помогать в интернете, где-то на Фейсбуке, в разных местах. Но тут есть плюсы, конечно. Это быстрый фидбэк, потому что личный ментор – это как ваш личный тренер в спортзале. Он
первую очередь нацелен на то, чтобы вам было максимально комфортно. Если вы хотите изучать одну программу, одну тему 2 недели, он готов вам будет объяснять ее 2 недели, вообще никаких проблем. У вас нет никаких рамок. Вы можете всегда задать любой вопрос и получить на него ответ. И всегда получите быстрый фидбэк на свои результаты. То есть вы работаете, грубо говоря, один на один, и это ваш человек, который всегда будет с вами. Из минусов зачастую это очень дорого. Время людей, которые занимаются менторством, есть, конечно, шанс найти просто волонтеров или ребят, которые занимаются по каким-то личным причинам бесплатно, но шансов немного. Зачастую это очень дорого, потому что время их стоит уже денег. Это зачастую сеньоры, либо люди высокой квалификации, которые готовы кому-то помочь, и да, это будет дорого. Таких людей довольно сложно найти на сегодняшний день все еще, несмотря на то, что посты уже периодически мелькают, но найти его довольно сложно, и есть такой фактор, как личная совместимость с человеком, и вам может просто не зайти с ним работать, и все напрямую. Вы будете зависеть от времени одного человека всегда. Он хоть и будет как ваш личный тренер, как в спортзале, только в КУА, но вы все равно будете зависеть от его времени. Если он сегодня не может, если у него завал на работе, рожает кошка, родилась жена, что-нибудь еще, он просто не хочет, Новый год вчера был, вы ему ничего не сможете сделать. Вы не получите никаких гарантий, абсолютно, ни по трудоустройству, ни по тому, что он просто не возьмет у вас денег и не пропадет куда-то. Поэтому надо быть максимально осторожным. Есть, конечно, вариант пытаться подписывать какие-то договора, либо еще что-то, но никто этим особо не занимается в интернете, как вы знаете, поэтому шансов немного, что кто-то так будет делать, и вы просто верите на слово, что вам помогут и вас доучат до конца. Ну и, конечно же, доверие опыта одного человека. Это как пример, минус, который примерно как с курсами, вы не можете знать квалификацию своего личного ментора, и будете полностью полагаться на нее. И если вдруг он окажется некомпетентным, либо будет подавать вам какую-то неверную информацию в итоге, все уже, ничего не поделаешь. Также есть курсы при компаниях. Это мое самое любимое. Сейчас очень много больших компаний, и наша, кстати, компания в том числе запускает курсы при своих компаниях. У нас сейчас работает курс, скоро курс не по КУА, но по JavaScript и .NET. Я чуть дальше об нем расскажу, вы сможете прийти. Но по КУА тоже бывают курсы при компаниях. Зачастую эти курсы либо бесплатно, либо стоят каких-то совершенно небольших денег, просто потому что, чтобы люди ходили. Это небольшая мотивация. Вы помните, все, что бесплатно, зачастую просто забивается, и никто в итоге этим не занимается. Поэтому зачастую компании вынуждены брать какую-то небольшую сумму. Компании, в отличие от личных менторов или в отличие от коммерческих курсов, готовят вас к реальным проектам. Тут надо понимать, что компания максимально заинтересована в твоем обучении и дать тебе максимально практических навыков без воды, без множества теорий и философских рассуждений. Это, ребят, максимально вам им нужно. Они это делают не для заработка денег, как коммерческие курсы. Они делают это не в свободное время, как менторы. И вы им нужны как боевая рабочая единица, поэтому они максимально заинтересованы, чтобы научить вас всему. Ну и, конечно, результатом этого есть высокая вероятность трудоустройства. Компании зачастую берут на работу порядка от 3 до 5 до 7 человек с группы, рассчитывают примерно на такие цифры. Конечно, от потока к потоку, от случая к случаю цифры разные, но будем считать, что где-то от 3 до 7 среднее количество. Вы им нужны, да, как рабочие единицы в итоге. Из минусов. Для компании, для курсов компании нужны базовые знания. То есть зачастую вам нужно пройти какое-то минимальное собеседование, тестирование, что-нибудь такое.
вам не будут разжевывать все с самого нуля. Поэтому, да, надо понимать, куда вы идете и что вы будете делать. Программа обучения в таких курсах довольно агрессивная, то есть пытаются за максимально короткое время подготовить максимально сильных специалистов и передать как можно больше информации. То, что на коммерческих курсах разжевывается на протяжении там, 2-3 месяцев, на курсах при компании это может быть подано за 2 лекции. Им не нужно, чтобы у вас была вода. Ну, как бы никто не льет воду, и нужна только практика. Есть вероятность, что вас будут готовить под один конкретный проект. Да, есть большие компании, у которых есть огромные проекты, на которых нужно очень много либо разработчиков, либо тестировщиков, либо quality assurance инженеров. И вас могут готовить под один конкретный проект. То есть вы будете изучать только технологии, которые работают на этом проекте, только методологии, которые будут работать на этом проекте и так далее. То есть у вас не будет широкого видения и понимания происходящего, и вы будете уметь только определенные штуки, которые нужны в одном конкретном месте. Ну и, конечно, преподаватели могут часто меняться во время курса, потому что за время преподавателей, которые работают на курсах при компаниях, это не профессиональные преподаватели, это зачастую такие же разработчики либо тестировщики, которые преподают в этих школах на каких-то своих условиях, либо на условиях компании. То есть у них точно так же, как и с личными менторами, могут болеть дети, они могут быть за парах на проектах, они могут просто передумать преподавать. И преподаватели могут часто меняться. Их могут увольнять, они могут сами увольняться, что угодно может происходить. Поэтому зачастую у вас может быть так, что одну и ту же программу будут читать несколько человек, и не будет какой-то вот этой вот личной привязанности к преподавателю и ощущения личного менторства. Просто будут ребята приходить, отчитывать лекцию, проверять домашки, скажем так. Это будет такая штука, как бы немножко как обезличенная, наверное, или как-то так. Вот. Что касательно того, что же из этих четырех выбрать. Касательно меня лично, я бы выбирал, наверное, либо коммерческие курсы, или курсы при компании, и плюсом самообучение. Ну, стоит понимать, что в целом войти без самообучения вообще все очень плохо, вам никак без этого. Поэтому надо с самого начала стараться дисциплинироваться, стараться заниматься самообучением. В реальной работе никто не будет вас лично долго менторить или ходить что-то рассказывать, постоянно показывать. Вы должны быть боевой единицей, и вот эта вот агрессивная программа обучения, которая на курсах при компаниях, плюс самодисциплина во время самообучения, за этих несколько месяцев курсов сможет вас подготовить к реальным боевым проектам, потому что разработка зачастую тоже довольно агрессивная, агрессивные таймлайны идут, и работа, ну и самообучаться, конечно же, нужно всегда. Вот. Плюс коммуникация, конечно, крутая, вы сможете налаживать с реально работающими людьми. Я бы стремился лично куда-то. Ну окей, мы выбрали, и что же надо из этого уметь? Все это делится на два больших блока. Это хард-скиллы и софт-скиллы. Хард-скиллы – это так называемые технические знания, которыми надо обладать перед тем, как пытаться найти первую работу, идти на первое собеседование. Soft-skills – это скорее личностные характеристики и такие немножко философское понятие, как бы кто должен что делать. Окей, по хард-скиллам. То есть обязательная теория тестирования, техники тест-дизайна, базовые знания программирования, без этого вообще никуда. Мы должны хотя бы понимать элементарные штуки, что такое циклы и функции, как это работает, что такое переменные и так далее и тому подобное. Это необходимо даже для на базовых уровнях сейчас. То есть потом SDLC – это Software Development Lifecycle, и BLC – это Bug Lifecycle. Это жизненные циклы разработки программного обеспечения и жизни бага, так сказать. Вы должны понимать основы бизнес-анализа, основы проектного менеджмента, теории сетей. То есть как бы надо обладать во всех сферах, немножко по чуть-чуть надо все-таки понимать.
Касательно софт-скиллов. Самое главное, к чему я отношу, это все-таки иметь широкий IT-кругозор и тягу к изучению нового, интересного чего-то. Скажем так, мы довольно много собеседуем людей, и этот пункт является, наверное, самым важным, на который мы обращаем внимание. Потому что хард-скиллам можно научить. Человека несложно чему-то научить, если он в этом заинтересован, если у него есть тяга к этому изучению, поэтому это очень важно. Также коммуникация. Коммуникация в нашей сфере занимает одно из самых больших и важных, наверное, элементов, потому что она напрямую влияет на качество. Насколько вы умеете выражать свои мысли, либо правильно формулировать вопросы, это немножко даже вот к бизнес-анализу относится и к проектному менеджменту вот туда, но, тем не менее, личностные качества в плане коммуникации – это тоже очень важно. Нужно быть внимательным, ответственным, усидчивым. Как я говорил, эта работа довольно монотонная, поэтому такие вот внимательности должны быть. Надо уметь работать с абстракциями, обладать аналитическими способностями, ну и иметь, конечно же, критический склад ума, направленный на нахождение ошибок. И давайте я сейчас угадаю, о чем вы думаете. Ваша мысль, наверное, сейчас звучит примерно так. Какой менеджмент, какой бизнес-анализ, какие уровни абстракции? Ну, зачем вообще-то в тестировании? Это вообще-то мне на курсах сказали, что это самый легкий путь войти. Там тесты, кнопочки нажимать на экране, все легко. Я сейчас заплачу денежки, как бы мне дадут диплом, и на этом все закончится. Я буду классно зарабатывать кучу денег, у меня будет MacBook. Но нет, ребят, на самом деле уже давно миф о том, что входить со стороны QA легко развеян, мне кажется, многократно. Как вы поняли, надо обладать какими-то базовыми знаниями практически во всех сферах. Если мы говорим про какое-то программирование, то там немножко легче. Там вас не будут требовать бизнес-анализ, либо еще что-то. Вы можете учить один язык, одну технологию, один фреймворк. И, в принципе, это будет достаточно для занятия какой-то самой базовой трейни должности. Вам выделят ментора, вы будете еще какое-то время проходить обучение при компании. Скорее всего, это работает так. Ну, зачастую это работает именно так. Касательно тестирования, все не так просто. Все почему-то считают, что это очень легко, но когда сталкиваются с собеседованиями первыми, понимают, что они сталкиваются в этот же момент с какой-то жестокой реальностью, когда надо знать очень много во всех сферах. То есть, как вы помните, основной задачей тестировщика есть не только поиск багов, а вот именно работа с процессами. И для того, чтобы с этими процессами уметь работать, как-то их налаживать, надо понимать, что эти процессы делают и как можно сделать их лучше. Для этого в этих процессах надо разбираться. И вот здесь, конечно, идет и менеджмент, и бизнес-анализ, и программирование, и все-все-все, и все теории сетей. Вы должны уметь с этим работать. Это важно. Ну, давайте представим, что вы выбрали, куда вы пойдете. Вас не пугают разные негативные стороны этой работы. Вы видите в ней только суперклассные позитивы. Такие, о, да, класс, я хочу быть тестировщиком, но я вот как-то не хочу всю жизнь нажимать на кнопочки, да, и сидеть там, все это изучить, конечно, да, бизнес-анализ, тестирование, абстракции, круто, но я хочу развиваться. Куда можно дальше развиваться в этой сфере? Тут есть три пути. Первый – это QA-way, так называемый, без свеча в программирование никуда из этих сторон вы полностью занимаетесь тестированием. Объясню. Мануальное тестирование – это, помимо, так сказать, general тестирования, есть определенные сферы, где мануальный тестировщик тоже очень заинтересован. В первую очередь это, допустим, тестирование безопасности, тестирование, например, баз данных, тестирование нагрузки. Это штуки, где ты можешь развиваться. Также ты можешь развиваться как мануальный тестировщик, но, так сказать, горизонтально. В менеджмент. Менеджмент – это все максимально просто. В компаниях есть какая-то иерархия работы, и согласно этой иерархии ты можешь подниматься по этой карьерной ступеньке и от базового тестировщика добраться до какого-то QA-менеджера, QA-лида, не знаю,
вице-президента отдела тестирования. Все зависит от структуры, конечно, компании, от количества людей, но не обязательно куда-то уходить глубоко. Следующий путь – это автоматизация. Самый популярный, наверное, на сегодня путь. Большинство мануальных тестировщиков хотят свичнуться в автоматизацию. Результат опроса тоже на множественных собеседований. Практически все хотят быть автоматизаторами в итоге. От себя скажу, что, наверное, да, это самый такой органичный путь развития, если вы не хотите уходить в менеджмент. Если вы хотите чуть-чуть более технично прокачать свои технические скиллы, хотите работать чуть больше с кодом, чуть меньше с документацией, с разными анализами, процессами и так далее, автоматизация – это вот ваш путь. Но тоже я считаю, что путь в автоматизацию должен лежать только через ручное тестирование, потому что по-другому, к сожалению, это, ну, как бы не совсем имеет смысл, и зачастую такие специалисты не совсем компетентны, которые полностью пропускают первый этап, то есть ручного мануального тестирования. Также скажу насчет автоматизации еще, что, наверное, все люди, которые обладают скиллом middle plus, даже, наверное, начиная с middle, даже мануальщики должны обладать какими-то базовыми навыками автоматизации. Не обязательно, конечно, это будут какие-то сложные там сиденные данные, их процессоры, AWS, лямбды или что-нибудь подобное, но это должно быть какие-то базовые штуки, например, автоматизация тестирования API или что-нибудь такое, работа в Postman, базовые знания какого-то JavaScript. Вы должны уметь написать какой-то простенький скриптик на Bash, чтобы автоматизировать какие-то процессы свои личные. То есть без этого, в принципе, никуда. Третий путь – это совершенно поменять все, свичнуться, уйти в девелоперы, в бизнес-анализы, проект-менеджеры, проект-оунеры и куда-нибудь в другую вообще сторону. Как вы помните, все базовые функции, все базовые понятия вы должны уже знать на момент занятия должности, поэтому особых сложностей с переходом в какую-то из других сфер обычно с QA не возникает. Да, это, конечно, все касается специалистов с каким-то уже небольшим багажом и опытом, возможно, несколько лет, но, тем не менее, это всегда не так сложно, как кажется. Ну и, конечно, и самый простой путь – это просто уехать в Португалию, развозить пиццу на мопеде и бросить все это IT и все это чертям собачьим. Окей, так. Ну, дальше я вас попрошу отсканировать этот небольшой QR-кодик. И я, наверное, буду заканчивать. Там вы сможете оставить фидбэк про наш курс, про эту лекцию. Также там есть ссылочки на наши открытые вакансии нашей компании и ссылка на два курса, которые стартуют в ближайшее время. Курсы нашей прикомпании, это Atomic Studio, это курс по фронтенду, JavaScript разработка, и по бэкенду, это .NET разработка. Если вы заинтересованы чуть более в программировании, будет круто, если вы почитаете программку и запишетесь на курс. Я вам гарантирую, там будет круто. Ну и теперь время вопросов, ответов. Надеюсь, они появились. Супер, спасибо большое. Есть у нас несколько вопросов в комментариях. На часть из них ты уже ответил, на самом деле, в своей презентации, причем конкретно. Собственно, первый вопрос от меня такой. Те, кто сегодня на нашем эфире первый раз услышал слово QA-инженер, с чего все-таки нужно начать? С чего начать? В первую очередь определиться с программой обучения, то есть походить на какие-то пробные уроки, возможно, и понять, нужно ли оно вам. Если вы все-таки решите, что оно вам нужно, тогда начинайте учить английский. Это важно. Без английского никуда вообще войти. Ну и дальше начинать с теории тестирования, и дальше развивать. В принципе, в теории тестирования вы можете увидеть большинство ссылок, как бы, которые можно раскручивать дальше. То есть базовая теория обязательно нужна. Ну, вот с этого надо начинать. Английский, походить по каким-то пробным курсам и начинать с базовой теории. Дальше вы чуть-чуть все немножко прояснится. Вы более-менее поймете, куда надо двигаться дальше и что вам надо подтягивать. Супер, спасибо. Следующий вопрос. Ты сказал, что, собственно, тезис о том, что QA – это самый простой вход в IT,
уже является мифом, а какой же тогда самый простой? На самом деле не бывает самых простых входов. Это такая же специальность, как и все остальные, и довольно сложно себе представить, да, что вот какого-то врача подготовили на курсах за 3 месяца и посадили в поликлинику, либо там юриста, правда? Ну нет, это все-таки в этой должности, во всех практически должностях в IT есть приставка «инженер», что подразумевает под собой некоторый технический бэкграунд и понимание определенных вещей, поэтому да, надо к нему готовиться как ко всему. И я бы не сказал, что сейчас, учитывая большой бум в IT, по-моему, если я не ошибаюсь, касательно QA, сейчас на Джини, на позицию трейни, конкурс в районе 140 человек на место. Это очень прям too much, как по мне. Но примерно подобная ситуация во всех остальных позициях на самом деле. Только, как я уже говорил касательно программирования, там может быть немножко легче, немножко меньше информации, необходимой для того, чтобы просто стартануть. Вот. Также, наверное, есть какие-то околотехнические специальности в IT, например, рекрутеры, HR-менеджеры, что-нибудь такое. Таких специалистов тоже на сегодняшний день определенная нехватка. Но там порог вхождения чуть-чуть проще, но это не технические специальности, надо понимать все-таки, что это такое более общее. Рекрутеры есть и как бы на бисквитных заводах, и в IT-компаниях они нужны везде. Окей, спасибо. Есть еще вопрос такой. Какие сроки в среднем для выхода почти с нуля на максимальную заработную плату QA и какая она? Максимального потолка, наверное, нету. Я вот, ну, как бы невозможно назвать какой-то потолок на сегодняшний день абсолютно, учитывая еще определенную перегретость рынка и все вот эти вот наши качели, которые сейчас происходят, прыжки зарплаты, изменения их, то есть высокую, как бы, я не могу назвать потолка. Все, наверное, знают, для кого не секрет, что пересмотры компенсаций в IT проводятся постоянно. Это одна из причин, почему так много людей хотят сюда попасть. В некоторых компаниях это там раз в год, в некоторых реже, в некоторых чаще, по-разному. Но все зависит от вашего опыта. То есть вы будете работать 10 лет, у вас будет 10 пересмотров зарплат. Вы, ну, как бы, и каждый раз вам будут что-нибудь поднимать. Поэтому потолка не существует. Если мы говорим о том, чтобы начать работать и какую-то заработать, ну, начать зарабатывать какие-то плюс-минус адекватные деньги, это достаточно для жизни, то, как по мне, ну вот прям с нуля, если начинать с момента там похода записи на какой-то курс, то это где-то, ну, месяцев 8, может, плюс-минус, как-то так. Может, до года. Активного обучения, активной работы над собой и вот, да, получение новой специальности. Спасибо. Что лучше для самообразования, книги или онлайн-курсы? И то, абсолютно. По поводу книг есть большая проблема, то, что очень, очень мало технической литературы издается, во-первых, на русском, украинском языке. То есть, если вы готовы читать на английском, то там немножко все с этим проще. Если не готовы, то, ну, я бы не стал на этом фокусироваться. Хотя бы вторая сторона вопроса касательно книг – это то, что там есть очень крутая базовая теория, на которой вы можете почитать, немножко разобраться во всех этих вопросах, так сказать, фундаментальные знания. Но технологии движутся настолько быстро, молниеносно и резко, что книги просто не успевают издавать и писать. То, что было актуально вчера, сегодня уже никому не нужно. Поэтому интернет наш все, форумы, ютубчик, онлайн-курсы, специализированные разные статейки читать всегда, вот это вот. Без этого никуда. Можешь ли посоветовать какие-нибудь конкретные ресурсы? Конкретные ресурсы, да, наверное, очень крутой всем известный сайт DOL, пожалуй, там очень круто все. Также рекомендую читать почаще LinkedIn, все-таки там помимо мемчиков очень часто люди постят интересную информацию. Касательно YouTube, допустим, или каких-то курсов, не могу ничего сказать, просто надо искать конкретную тему, которая вам нужна, подбирать спикера, который вам больше подходит. По передаче информации, по эмоциональным каким-то составляющим. Потому что, ну, как бы информации очень много, и она зачастую очень однотипная, и на сегодняшний день просто
Просто пользуясь Гуглом, можно найти все, что угодно, все, что тебе необходимо. Есть очень крутая шпаргалка на Доу, называется, по-моему, подготовка к собеседованию, или как-то так, шпаргалка для подготовки к собеседованию. Это прям, она состоит из двух частей. Это очень крутая родмапа, как учить, что надо учить и в каком порядке. Она была написана, по-моему, там, в году 2015, но она по-прежнему максимально актуальна и собирает кучу комментариев за все это время. Крайне рекомендую, если вы прям только начинаете учить. Там вы увидите только тезис, на что написано, но берете каждую эту тезис, Ctrl-C, Ctrl-V в Google и более детально изучаете каждый вопрос. Вот как-то так. Супер, спасибо большое. Вопросов больше нет. С нами сегодня был Олег Залипский, QA Engineering Lead компании Atomic Studio. Спасибо еще раз тебе за твое время. Спасибо вам. Собственно, на следующей неделе, 22 февраля, мы поговорим с Романом Шереметой, ректором Американского университета в Киеве, собственно, про Американский университет, что он из себя будет представлять и зачем он нужен. 2 марта поговорим с Виктором Сдобниковым, сооснователем продуктовой компании Apostera, которая на прошлой неделе сделала экзит. Собственно, ее купили, и поговорим про то, как можно делать экзиты в Украине, какие, собственно, уроки вынесла компания Apostera. Спасибо еще раз, Олег. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.